Экстренную посадку в Волгограде вынужден был совершить самолет уральских авиалиний, который следовал из Москвы в Дубай. Незапланированная остановка продлилась 2 часа. Как сообщается, причиной стало то, что сразу несколько человек почувствовали себя плохо. Но еще одна пассажирка начала хулиганить на борту. Командир воздушного судна принял решение о посадке воздушного судна в Волгограде по причине пассажирки Дебашира на борту и двоих пассажиров, которым стало плохо. Они госпитализированы в Волгограде, а пассажирка снята с рейса. В полиции приводят другие данные о тех, кому стало плохо. Там говорят, их было 5. После осмотра медиков 3 продолжили полет, 2 лететь отказались. Что касается авиадебаширки, ей выписан штраф. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в связи с плохим самочувствием 5 пассажиров. Во время посадки одна из пассажирок, женщина 1990 года рождения, находящаяся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров, а также экипажа воздушного судна. Командир принял решение отказать ей в полете. Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.